Україні. Михайло Саакашвілі, у мене є два питання до вас. Перше дуже коротке про те, що він повертається до Грузії. Да, от він опублікував свій квиток і написав, що 2 числа, коли там будуть вибори. Да. Він для чого, як ви думаєте, Саакашвілі їде в Грузію? Михайл Саакашвілі – це видаючийся політик мирового рівня, видаючийся революціонер і взагалі мужик з остальними яйцями. Я вспоминаю своє інтерв'ю з ним. Как раз, когда Порошенко вышвырнул его в Польшу. Михаил Саакашвили говорит, я возвращаюсь в Украину и показываю вам свой билет. Это же история дубль-2. Он показывает мне билет. Варшава-Киев. Говорит, вот рейс. Вот. И я говорю прямо, прямой эфир, я говорю, вы знаете, что я вас встречу. Зустрели? Да, мы поехали с Олесей, его встретили. Стояли прямо первые, вот он вышел, и мы стоим как раз. Угу. Потому что я считаю, что таких людей нужно беречь, за них нужно держаться. А почему он едет в Грузию? Потому что можно он считает, доля Навального? Потому что он считает, что его место там. И он не боится этого. Он настоящий революционер. Он считает, что его место как президента самого успешного Грузии, как грузина, Але там. Но премьер пообещал, что его арештуют, вы знаете. Михаил Саакашвили готов к этому. Я с ним разговаривал. Он готов даже к тому, что его убьют, он мне сказал. Это потрясающая история. Я вам первое расскажу. Мы с ним сидим, разговариваем в Польше. Мы полетели на форум в Польшу и в Карпач. И я говорю, он мне тогда сказал, что я буду возвращаться. Я говорю, а как вы вернетесь? Вас же могут посадить. Он говорит, могут даже убить. Но какая разница, говорит. Я же политик, я же грузин, я же патриот своей страны. Потрясающе. Я это вижу, вот Навальный, та же история. И Юлия Тимошенко, она вам, наверное, подтвердит, она же сознательно приехала садиться в тюрьму. Ведь ей Меркель предлагала остаться, но она сказала, я была бы не я. Разве может политик и человек, который... Ну так, для политика миграция – это смерть практически. Конечно, конечно. Тут потрібно обирати. Добре.